и приглашаем на эту сцену бизнес-директора компании «Фаберлик» Ивана Булкина. Встречайте! Всем привет! Сказать, что вчерашний день прошел на позитиве, на ура, просто вообще ничего не сказать. И название этой конференции «Люди, которые вдохновляют» максимально точно описывает то, что происходило вчера и будет происходить сегодня. И это очень дорогого стоит. Между выступлениями, в перерывах, многие лидеры подходили ко мне, говорили очень много позитивных вещей, но практически все сказали две основные фразы. Первое – это «С праздником». Знаете, я, честно говоря, немножко даже задумался, какой именно праздник имеется в виду. Мне кажется, их несколько. Но первый – мы здесь сегодня празднуем день рождения нашей компании. Да. Что еще дает такое праздничное настроение? Может быть, то, что уже начался сезон, высокий сезон высоких продаж, когда продажи будут расти, объемы будут расти, званий будет еще больше. Это тоже, безусловно, правда. Да, но лично у меня больше всего откликается такое праздничное настроение от того, что в этом зале сегодня и вчера все мы с вами вживую собрались, и никакие преграды и помехи современного мира нас не остановили. И мы здесь с вами. И вторая фраза, которую я от многих слышал – спасибо. Глядя каждому из вас в глаза, я вижу, что каждый вкладывает немножко свое в эту фразу. Чтобы понять, можно вспомнить, о чем говорили лидеры на этой сцене вчера и уже начали сегодня. Слышна благодарность своим командам, партнерам, себе, своей судьбе. И красной линией через все выступления идет благодарность нашей компании «Фаберлик». Может быть, они вкладывают еще какие-то смыслы, но так уж наша психология устроена. То, что мы слышим, именно то, что откликается лично у нас. И я, чувствуя безмерную благодарность компании за опыт, знания, за друзей, за возможности, я вижу отражение этой благодарности в каждом из нас. Большая школа, которая сделала каждого из нас лучше. И сейчас уже я хочу сказать вам спасибо, огромное спасибо и с праздником! Знаете, я уже две минуты, получается, или больше говорю, и до сих пор никаких цифр еще не назвал, как не свойственно мне. Будут цифры обязательно. Вот вчера было много признаний, новых званий, и сегодня будет еще много-много признания. Было признание владельцев пунктов выдачи, что супер важно, что на этом форуме мы признали этот важнейший труд, и сегодня Алла тоже продолжила. И есть еще одна такая группа достижений, которую просто невозможно не признать на этом форуме. Но давайте к этому дойдем постепенно. Давайте я сначала подведу такие промежуточные итоги программы «Фаберлик Драйв». Итак. В «Драйве» у нас сейчас 57 тысяч участников, и вовлеченность консультантов в них превосходит все даже самые смелые ожидания. Мы провели 88 акций, мы разыграли 40 тысяч подарков, более 85 тысяч постов мы опубликовали в социальных сетях. Это огромные охваты и огромная реклама для нашей компании. А счет подарков, которые мы дали участникам драйва, переваливает уже за сотни тысяч. Скоро заканчивается третий сезон, начнется новый сезон, будет эфир, будет розыгрыш. И на этом эфире мы подробнее расскажем про акции будущего сезона. А сейчас я скажу про пару новинок в этой программе, и это не совсем акции. Первую, на самом деле, мы уже анонсировали, это бот с искусственным интеллектом,
который может помочь вам написать тексты, создать картинки и имеет множество позитивных применений. Он может, например, написать вам список методов рекрутинга в MLM, может написать вам план, контент-план в соцсетях и помочь вам нарисовать картинки. Очень удобный и полезный инструмент. И мы решили пойти дальше, и прямо сейчас наши коллеги собирают все предыдущие каталоги, различную информацию, презентация продукции, многое-многое другое о компании, и все это передается искусственному интеллекту, он обучается на этом, и в течение нескольких месяцев мы ожидаем, что он научится говорить уже не просто про какие-то абстрактные продукты и компании в MLM-бизнесе, а конкретно про нас, про Faberlic, про наши продукты. И вторая новинка – это тоже бот, но уже без искусственного интеллекта, но зато с интеграцией с нашим сайтом, а вернее с системой регистрации новичков. Итак, через неделю в Faberlic Drive откроется новая страница, где каждый из вас может создать своего персонального бота и дальше распространять его между потенциальными новичками. В личных сообщениях, может быть, в рассылках, а может быть, используя рекламные инструменты. Новичок открывает этого бота. Что же там внутри? Новичок открывает бота. И первое, что он может узнать, если его это интересует, он может узнать подробнее о компании. Вы знаете, у нас есть ролик о компании, он длится 15 минут, но мы его нарезали по одной минуте, разбили по темам, история о компании, о продукте, о том и другом. И, нажимая на кнопку «Боте», новичок увидит эти видео. И самое главное, это кнопка «Зарегистрироваться». Что нужно новичку сделать? Нажать на кнопку, набрать свое имя и нажать кнопку «Поделиться контактом». В этот момент верифицированная регистрация попадает к вам в личную структуру. Я надеюсь, вам понравится, и мы будем собирать от вас обратную связь и добавлять новые сценарии, чтобы можно было эффективнее приглашать новичков.